Привет, с вами Сергей. В этом видео поделюсь информацией по скайпу, по очередному взлому, вернее, потенциальному взлому, если вы не поведетесь на это и не оставите свои данные, тогда у вас с вашим скайпом будет все в порядке. Значит, а теперь по порядку. Да, еще такой момент. В конце этого видео вас ждет интересная информация, так что желательно досмотреть до конца. Открываю скайп, некий Игорь Секирко, но он уже не Игорь и не Секирко, да? Ну, короче, тут у нас была переписка, я им тут фидорку скинул, там спрашивал, что по предыдущему предупреждению моему про скайп. В итоге он все-таки повелся на что-то. Так, тоже был в Айбаве. И дальше, значит, вот воскресенье, то есть совершенно недавно, да, легальный проект, не пирамида, ну, типа не пирамида, как обычно. Доход 6% ежедневно, охренительно, да. В общем, типа он тут ничего не знает. Добавляйтесь к Станиславу в скайп, кидаем туда. Видать, он на вот эту хрень повелся. С ним пообщался, и в итоге все. В данном видео я хочу показать два момента. То есть один вот этот момент, а другой вот этот момент, что тоже интересно, да? Ну давайте я позвоню. Я даже не буду проверять, что за номер, какой регион. Мне все равно, я звоню по России на любой номер. Когда-то была возможность полгода назад. Мне подогнали интересный тариф. Так, 8 963, и за сущие копейки я звоню по всей России, сколько хочу, говорю. Так, 500, там что, 18 83 60. Так, набираю, сейчас громкие. Звонок идет. Звоним Станиславу. Ради прикола звоню. Деньги все равно не спишутся. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Слышу вас. Здравствуйте. Станислав? Да. Станислав. Да. А что у вас за предложение? Я вот вам звоню. Сказали к вам обращаться. Ага. И где деньги работают у вас? Ну, смотрите, два направления. Одно направление – это выдача кредитов юридическим лицам. Это выдача кредитов на короткий срок. Соответственно, процент несколько выше. И под залог кредитных кредитов. И второе – это обналичивание кредитных средств. Обналичка? А вот у меня есть фирма. Вы сможете обналичить 3 миллиона долларов? 3 миллиона долларов сможете обналичить? Давайте начнем с этого. Алло. Алло. Да-да-да. Такая фирма. Какая? ООО есть. Ну, я понял, а где средства расположены? Средства на счете фирмы расположены. На счете фирмы. А в чем основная проблема? Ну, обналичить можете? Как вы будете делать? У вас есть скайп? Скайп есть. Нам бы было проще с вами по скайпу связаться и переговорить. По скайпу? Да. Ага. Хорошо. Еще такой вопрос. Вот вы говорите, займы там даете, да? А почему юридическим лицам? Потому что у них кредитные лимиты больше. Кредитные лимиты больше? То есть у вас много денег, и вы готовы раздавать много денег? Нет, просто бы я раздаю. Я беру их под залог, и сам кредит. В случае, если человек впоследствии отказывается выплачивать кредитованные средства, то можно себе кредитировать за счет кредитов. Ага.
Слушайте, а почему у вас не пирамида? Хорошо. Скажите еще вопрос. А почему вы с какими платежными системами работаете? Банковские, электронные. Ага, электронные. Есть так называемые офшорные электронные платежные системы, такие как Money, Credit2, Equivir, то есть при помощи них совершать энное количество операций. Ага. Ага, вот так. То есть, если я, допустим, с фирмы, с ООшки делаю через вас обналичку, да, то вы через офшор каким-то образом на Perfect Money загоняете деньги, так что ли? Приблизительно так, да? Угу. И каким образом это все происходит? Хорошо. А у меня еще вопрос. А вы знаете такого Игоря Секира? Ну, не знаю, ваш напарник, наверное. Просто я информацию получаю от Игоря Секира. Это мой знакомый. Там написано то, что надо обращаться к вам. Кстати. Вы же Станислав или кто? Ну, все правильно. Все правильно. И деньги работают до 6%, доход ровно 6% ежедневно, да? Да, да. А каким образом вы будете мне выплачивать? А, то есть если свыше $3000, мы какой-то там договор будет, да? Договор вами, материально заверенный двух сторон, с вашей и с моей стороны. Ага. А почему я должен вам верить? Ну, это ваше право, вы можете не верить. Ага. Ясно, ясно. Ну хорошо, спасибо. Хорошо, всего доброго. Буду иметь в виду. Ладно, спасибо, до свидания. В общем, вот такая хрень. Вот этого Игоря Секирко, вот это чудо, не знает, если он вообще существует. Да? Страничка, ну, страничка ни о чем, да? Раздача там, какая-то хрень. Бруто ключей, о, хидми, ага. Брут раздает. В общем, что за чудо, можно ли ему верить или нет? Информация, скажем, ни о чем. Ладно, поехали дальше. Разбор полетов. Самая интересная фишка, на которую попадутся все, можно сказать, кто не сталкивался с таким понятием, как фишинг. Важное сообщение. Некто Сергей, сетевой MLM из Киева, взламывает скайп. И будьте осторожны. Ну, предупредил, молодец. Спасибо. Если у вас скайп не привязан к скайп менеджеру, да? Самая фишка. Срочно это сделайте, пройдя по ссылке вот сюда. В противном случае вы рискуете потерять свой скайп. Ну, ребят, скайп вы свой не потеряете, если вы не пройдете вот сюда. И вообще вы не... Если хотите открыть какую-то ссылочку, да, делайте вот так. То есть правой клавишей скопировать ссылку, открываете браузер, ставите с буфера перейти. Конечно, лучше это все, ну, если вообще не уверены, лучше под виртуалкой это делать. Спускайте на виртуальной машине какую-нибудь операционку, винда, Linux, это не важно. И там открываете, что хотите. Главное, чтобы у вас там никаких паролей не было, ничего. Итак, что мы видим, да? Skype, ну, во-первых, домен третьего уровня, это уже понятно о чем-то. Можно судить, да? Для доступа к этому разделу войдите в систему, чтобы продолжить.
Логин, электронная почта или номер телефона. Логин, электронная почта или номер телефона. И пароль. Где регистрация? Ну, в общем, здесь понятно. Здесь вы вводите свои данные от скайпа и машете ручку своему скайпу. Ручкой своему скайпу, да? Помахали и потеряли. В общем, ребятки, вот этой хрени можно не верить. Вот этому тоже можно не верить. Ну, Игоря уже нет. А, кстати, зелененький, да? Попробую ему позвонить. Он 100%, скорее всего, не ответит даже. Алло. Интересно. Что это он сбрасывает? Так и получается. Короче, все, это аккаунт уже не аккаунт, да? Можно спокойно его удалить. И все, и попрощаться. А теперь самое интересное, что я вам хотел дать. Значит, появился мессенджер от известной корпорации. Компания выпустила недавно. Это один из множества направлений деятельности. Там целый список, я перечислять сейчас не буду. Я под видео оставлю ссылочку на встречу с партнерами, где я рассказываю об большом направлении деятельности, больших разных направлениях. Можете посмотреть. Значит, регистрация в этом менеджере бесплатная. Будет много пользователей и начнется монетизация. Как зарегистрироваться, под этим видео будет ссылочка. Вот, собственно говоря, и все, что я хотел вам сказать. Не попадайтесь на вот этих мошенников. Вот это тоже непонятно что. Скорее всего, это подставное. О, Станислав Колесниченко. Рэнди Кайнс. В общем, ни о чем, да? Вот так делают мошенники. С вами был Сергей Чураков. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До скорых встреч, всем пока.